Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить Лего Бэтмена. Это у нас первая часть, мы как раз и с Робином. Мы проходим второй эпизод на лодке. Если не ошибаюсь, второй эпизод уже у нас идет. Четвертый сюжет. Группу, можно сказать. Мы по сюжету проходим. О, мы еще летать что ли будем, да? Хорошо. Узнали о нашем противнике. Продолжаем дальше. Бля, не гладить, что тут все по воде будет, а? Как мне не хочется этим фигней заниматься. Плащ какой-то странный у Бэтмена. На Робина вообще лягушки напали. Не мое кино, как типа, почти можно сказать. Нихуя, вот это лягушки. Вот это, господа, лягушки были. Ну что, погнали дальше? Нифига у вас налетело здесь. Тут уже костюм есть у Робина. И тут тоже можно что-то собирать даже. Нельзя, понятное дело. У нас у Робина костюм, только для чего я не знаю. Но мы со мной оденемся. На всякий случай посмотрим, что из этого выйдет. Собрать я все не смогу здесь. Опа-на. О, куда надо, понятно. Сейчас, секунду. Давай, выпрыгни. А почему мне туда нельзя, бля? Да, блядь, Бэтмен, разберись это говном, а. А тут как? Я туда не допрыгну, нифига. Секундочку. Я вижу, там что-то можно собрать, но при этом чем мне это собирать. У меня есть идея. Вот что могу сделать я. Это до Бэтмена. Бэтмен может собираться сюда. Но со мной Бэтмен не сможет допрыгнуть. А почему нет-то, блядь? Да хуя. Ну ладно, как хотите, блин, нафиг. Так. Ой, бля. Мучение. Еще раз мучение. Не, я до этого не допрыгну с вами нож. Пойдем дальше гулять. У вас тут автомат-то есть, бля, господа. Тут можно собрать. Скорее всего, для Бэтмена бомбочку. Не, полеты. Тут, понятное дело, сейчас мы соберем, но прежде чем соберем. Сюда надо. Спасибо. Тут больше никуда, да? Только воды есть, игре. Иди ты в жопу, я с тобой не хочу даже общаться в данный момент. Ой, как мне бесит этот костюм, потому что он не всегда дает допрыгнуть. Ну давай, Бэтмен, ну, блядь, ну ты чуть-чуть не хватило тебе, а? Бэтмен. Да, блядь, как ты не долетаешь-то, а?
чуть-чуть не хватило. Опять этой дурацкой фигней заниматься. Но там же что-то можно собрать, господа. Я же долетел, блядь, я же долетел. Да, вот эта игра для меня мучение. Блин, ну я же долетел. Нет, что ли? Я не знаю, когда. Я же долетел. И я просто не умею тут играть этот дурацкий лего. Офигеть просто. Ну и как забраться мне на него? Вон, пизда, блядь. Уроды, блядь. А нахуй это сделал, я не знаю. Так, тут что-то можно собрать. Да ёб твою мать. Понятно, но нам не сюда надо. А, нет, сюда надо. Не, что ли? Ёб твою мать. Это что, сначала, что ли? Это, оказывается, я правильный путь делал. А куда мне надо? Мне сюда же надо, в это здание по-любому. А как мне это разбомбить, эту фигню тупую? Подожди. А вот это ты примешь меня или нет? Что-то я вообще не понимаю. Подожди, тут что-то есть? Опять я не понимаю, что сделать надо здесь. Я с ним пообщался, да. А можешь мне вот так сделать? Опа. А, мне сюда не дают сделать это. А-а-а! Сейчас, секундочку. И чё? И ничего тут нет интересного вообще. Тут тоже ничего интересного нету. Что здесь там бульдозером делать? Блять! Какой я глупый! Я не заметил эту решетку. Ёб твою мать! А я туда забраться, я не знаю. Эх, блять! Летающие, блять! Дебила! У меня пофигу на вас всех, блять. Он гонец будет. Ну идите давай, спускайтесь уже давно, пора, а. Я так понял, за бульдозером надо было уйти. И мы сходить, за... блять, извини меня. Давай соберем здесь, что тут можно собрать. И что это такое за говно? Какие-то глаза здесь. Вот, дички можно куда-то набрать.
тотем какой-то, блядь. И как мне забраться до этого, до этой фигни? Очуменно просто, как до нее добраться? Я честно не знаю. Я вот это вижу. А как добраться, не знаю. Подожди, подожди, подожди. Нет, фигня все. Ничего, я могу до вас долететь? Пусть свечи уничтожит, я не знаю. Видите, слоны. Похуй. Вообще какой-то зоопарк здесь. Ну ладно. Ему прошу внимания. Что-то есть. Вижу. Тут надо Робина собирать что-то. Костюм Робина. Костюм господа Робина. О, управляющий какой-то костюм Робина. Где эту управлялку, я не знаю. Будем искать. Там обычный человек какой-то. Нам сюда надо попасть. А вот и новая. Машинка, наверное, какая-то будет. Не, машинки нет, только управляющая фигня есть. А машинки нету. Еще не завезли. Машинка еще не завезли. Машинка еще не завезли. А где машинку собирать? Господа. Что делать-то надо? Хоть делать туда надо лететь куда-то. А тут как? Я сдох, охуенно. Да я не хочу их бить, вот тут что за говно. Уничтожите счета. Уничтожить счета. Я добрался до сюда, а как вообще вверх добраться? Нет, туда меня не пускают. Ладно. Значит, уходим отсюда. Как это управлять, тоже без понятия. Нихуя. А как я это сделал? Чё-то я еще тоже не понимаю опять. Или я и дурак, я и не понимаю. Скорее всего, дурачок. Что надо делать дальше, не понимаю вообще. Робин, блять, выбирайся оттуда уже нахуй. Так, поехали дальше, да? Что там дальше у нас? Тут можем его сломать? Нет. Сломать нельзя.
крокодилы. Бля, машину сломали. Крокодилы сломали машинку. Подожди, а я, кажется, могу допрыгнуть, да? Да, я могу допрыгнуть. Это же прекрасно. Это очень прекрасно. А что-то я тут сделал? А это закрыто. Понятно, что-то работает здесь. Окей. А-а-а. Бля, какая ты медленная. Она супер медленная, господа. Она супер медленная. Она такая медленная. Сейчас нормально поползла. Заебись, идем сюда. А-а, я сюда не могу, окей. Я могу сюда. Здорово, мужики. Можем мне забраться сюда? Бэтмен? Блять. Это мало. О, все, заебись. Даже со мной этим бульдозером надо тащиться сюда. В любом случае, как ни крути. Все, теперь ясно. И значит, я не додумаю, что еще надо было сюда делать. Ну ладно, ничего страшного. Так. Переодеваемся. Теперь я так делаю, и ломается стекла. Это просто замечательно. Я, скорее всего, догадываюсь, что здесь можно сделать. А я не допрыгну здесь. Говорю, я не допрыгну здесь. И она даже ничего не дает. Понятно. Ладно. Бог с ним с вами. Погнали дальше на бульдозере. А, бля, я не заметил. Блять. Тихо, тут крокодилы. Я же могу это стекло разбить. Ёб твою мать, а. Пойдем дальше. Тут бы уже бульдозер не доехал я бы. И мы продолжаем дальше, господа. Наконец-то. Я замучился один в реке, блин. Сколько вас, вот сколько вас, бля. А не комбо. Вот что, крокодил не берут, что ли, нихуя? Что должен тут собрать, интересно. Что за фигня здесь? Как он знает, да? Ну ладно, ничего страшного, погнали. Ай, бля. А, понятно. Ну, этим заморачиваться не хочу я. Погнали сразу сюда. А почему не могу добраться? Ну, давай. Это, блядь, тонет. А, вот она, да? Ну давай быстрее, тут крокодил уже кусают, бля, а?
Вот как из нее прыгать-то нормально-то, а? А чё, правда, мне надо этой заниматься, что здесь? Ну давай, ты же можешь допрыгнуть до неё, блядь, а? Есть. Я это сделал, блядь. Это, блядь, сделал я. Не говори, что это еще Робин надо притащить. Это бомбочка какая-то здесь, я вижу. Замечательно просто. Тем более, что тут бомбить ничего нельзя. Очень жалко. Ну ладно. Я надеюсь, Робин сюда добежит до нас. Так, нам нужна бомба. Да, я слышу, он там что-то копает где-то, да? А где ставить эту фигню? Нет, что-то странно слишком. А куда дальше? Не говорите мне, туда надо наверх. Бля, я опять в воду упал. А там что-то есть. Нет, там в воде не он. Робин, куда дальше ты? А-а-а. Понял. Все. Доперла. И такая большая лодка, что ли? Нифига себе большая лодочка. Пиздец, упал. Дурак, Чина, блин. Ой, дурак. Мэтт Бэт. Что тут делать надо? Да фиг с ними. Ну давай. Ну и чё ты не толкаешь её? Ну давай ты и толкни её. Чё, не хватает, что я чё-то не пойму я? Фиг узнает. А тут больше ничего не ломается, никое, господа. Да ёб твою мать. Ну и чё он и не толкается, когда? А, во, чуть-чуть ломается. А я не заметил, дурак, слепой, бля. Ой, бля, как ты меня заебал.
Ладно, хорошо, собираем. Понятно. Давай, бля, блин, мочи всех, бля. А ты где, блядь? Иди сюда. Помогай Бэтмену. Сейчас все соберем, господа. Сейчас все соберем, бля. Как делаем мы? Все, погнали. Готов. Мы его побеждаем. На 26-й минуте, блядь. За руки оторвет, что ли, с него? Да не может он запулиться, блядь, в своих крыльях, блядь. Нереально почти. Вы что, блядь? Ну вот и мы проходим еще один, из эпизод второго миссию. Этот у нас следующий будет последняя в этой миссии, 5, если не ошибаюсь. И там получается еще третий эпизод, и все, и мы с Бэтменом, конечно, закончим уже. Продолжение дальше у меня будет ассасинское всего. Дополнение там тоже короткое будет за женщину, только она с английской озвучкой. И потом после этого, может быть, я еще подумаю битву за Средиземье, стратегию первую, конечно, отыграем. Вот так вот. Скорее всего, у меня вот так будет. Скорее всего, такая, может, ситуация будет у меня. Ну что, на этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всем вам удачи и пока.